Сегодня понедельник, и сегодня я совершу свой первый подъем после ремонта. Мы так еще сюда не добирались, но это мой первый зимний подъем на подъем Incline Manitou Springs, куда мы с вами очень часто ходим. Видите, вот в конце вот эта вот заканчивается линия, это 1,5 километра дороги. Так что погнали, сегодняшний влог я буду вести параллельно в перископе и снимать видео для канала YouTube. Так что, друзья, погода сегодня выдалась на удивление такая теплая, солнечная. И начало пока идет такое радужное. Я через минут так 10 задыхаться начну потихонечку. Но, как правило, я не сдаюсь, я дохожу до конца, и уже там происходит самая настоящая перезагрузка. То есть такой релоуд своего мозга. Не помню, здесь, по-моему, 2400 ступенек. Как-то я загугливал, читал про наш подъем. Воздух такой морозный, приятный. Единственное, о чем я не подумал, так это о кошках. Надо было купить кошки на кроссовки в следующий раз. Я обязательно, потому что очень скользко. Так что сегодня я поднялся, провел трансляцию здесь. Сейчас буду спускаться и пообщаюсь. Знаете, у меня часто такое вот восхождение и общение здесь на высоте с вами, моими дорогими друзья. Я, собственно говоря, сейчас остановил трансляцию для того, чтобы снять этот небольшой видеосюжет. И сейчас возвращаюсь обратно в трансляцию. Я продолжаю свой влог отсюда, из магазина Костко. И обнаружил сегодня прекрасные вот такие хурминки. Хурма, вот такие 6 штучек, обходится 6,49. Я взял сегодня еще вот такой вот хлеб. Попробую такой багетик, я вот сейчас покажу свою. Вот такие вот хлебушки. Потом вот такой джинджер. Я не знаю, продается ли такой в России. Я честно говоря, никогда не встречал. То есть он как дольки, уже чищенный. Вот как, собственно говоря, вот такие сухофрукты. Вот сухофрукты — это абрикосы. Потом я взял вот такие вот азиатские, честно говоря, не помню, как они называются, но я их очень люблю. Мне ребята привозили из Азии вот такой вот фрукт. Апельсины, мандарины, стандартный набор. И мы очень полюбили вот эти вот авокадо. Мясонита делает чудесные авокадо и просто супер. Дыни вот $7, дыни $4, арбузы 6,45. Большие вот арбузы можно купить на Новый год. Здесь работает пекарня. Они там распасовывают и готовят продукцию, упаковывают тортики. Вот там вот тортики идут упаковывать. Знаете, как интересно сделали гранаты. То есть чищенный гранат продается вот в 4 таких стаканчиках. Небольшие стаканчики, вот, и стоит это $8. Чищенные ананасы, вот это сразу напоминает Таиланд. Да, здесь тоже продается чищенный ананас. Ананас, картошка. Картошка у нас 6,49 стоит. Здесь, так скажем, 9 килограмм картошки. Вот 9 килограмм будет стоить 6,49 без навыка. Лук репчатый, разная упаковка. Тут вот 5 паундов можно за $4,5, за $7 8 паундов. Вот такой вот огромный лучара монстр за $6 10 паундов. 10 паундов — это почти 4,5 килограмма. Разные сыры в таких упаковочках. Многие, кстати, возьму креветки, возьму еще, может быть, этих
омаров. Это я с мисс Анютой. Сейчас она мне позвонила, чтобы сделать дополнительный заказ. Ну давай, хорошо, я сейчас возьму тогда весь твой список. Вообще, когда в магазин приезжаешь, начинают глаза сбегаться. Того хочется, всего хочется. И уже 3 месяца, как мы не кушаем мясо, я сейчас проезжал мимо той баранины, которую обычно покупал. Мы с ней переглянулись, с бараниной. Сейчас возьмем вот этот вот сок, яблочный сок. Выглядит как шампанское, я возьму его на Новый год. Сидр безалкогольный, 100% из Калифорнии. Классные крекеры. Мы вот готовим к ним вот такую начинку, и очень у нас они улетают. Мисс Анюточка попросила купить молочка еще. Сейчас все докуплю, заполню корзину и поеду к семье. Я сегодня сделал маленький такой влог. Мы сходили в горы, прокатились, трансляцию. Поэтому, ребят, кто, кстати, не подписан на Перископ за Бугром Лайв, подпишитесь, не пожалеете. А пожалеете, отпишитесь. Ничего сложного в этом нету. Я сегодняшний влог заканчиваю. Сейчас быстренько хочу вернуться к семье. Завтра на работу. Америка, кстати, Новый год празднует. Ну, вернее, Merry Christmas. 3 дня. Пятница, суббота, воскресенье. Нет, суббота, воскресенье, понедельник. Всего лишь 3 дня. Они возвращаются к работе. Потом будет еще пару выходных. 2 выходных. И опять в бой. Немножко отличается, да, график празднования Нового года от российского. Ну, ребят, как бы, чтобы хорошо жить, нужно много работать и качественно отдыхать. Для качественного отдыха не обязательно ехать куда-то на Гавайи, просто важно научиться освобождать свою голову от мыслей, потому что мы больше всего устаем не от физической работы, а от того, что загружаем себя различными проблемами, загружаем себя бытовыми, экономическими, политическими, сексуальными, ну, у кого что. Поэтому в Новый год освобождаемся от проблем, убираем все в сторону, выбрасываем, просто сжигаем весь этот мусор. Не забудьте, пожалуйста, нужно перед Новым годом обязательно подмести весь дом, вымести весь мусор метелкой. Купите самую дешевую обычную метелку на рынке или там в строительном магазине, или там в хозяйственном. Выметите все, а потом где-нибудь на свалке сожгите. Это, знаете, такое вот... Но это работает. Все, с наступающим вас Новым годом. Желаю вам хорошего настроения. И... покупайте мандарины, кушайте мандарины. Время кушать мандарины. С Бугром Лайф любит мандарины.